Супергерои, воздушные шары и подарки. В Ахмадете отметили День защиты детей вместе с благотворительным фондом. Таблеточки детей поздравили с первым днем. Лето. Как развлекали маленьких пациентов в нашем репортаже. Для пациентов онкогематологического отделения Ахмадета устроили настоящую сказку. Одни супергерои спускаются с крыши здания, другие играют с малышами во дворе больницы. Организаторы праздника верят, такие мероприятия помогают деткам быстрее восстанавливаться. В основном ребенок находится в палате, он практически не контактирует с внешним миром. У него очень мало положительных эмоций, каких-то событий в жизни, которые бы могли поднять ему настроение, повысить боевой дух. И поэтому очень важно периодически устраивать детям праздники, чтобы они увидели, что жизнь продолжается, что детство продолжается. Дети соревновались в танцах, учились запускать мыльные пузыри. И маленькие пациенты, и родители остались довольны. Мне сподобалось, как Супермен и Бэтмен лазили по скелях. И бульбашки. Свято на высшем уровне. Просто такая атмосфера, все веселые. Просто чудово все. Для них это очень масса позитивных эмоций, хорошее настроение, тем более их состояние. Это очень полезно и очень приятно. Спасибо большое организаторам фонду таблеточек за такой хороший праздник для наших деток. В Ахмадете говорят, положительные эмоции действительно помогают в лечении, а такие праздники отвлекают детей от больничной рутины. Сегодня свято, сегодня день защиты детей. І це не просто слова, що діти – це наша гордість, це наша любов, це наша надія, це майбутнє нашої України. Але для нас, отут саме на цій території, в лікарні, це дуже важливі дітки, тому що вони в певний період хворіють. І хочеться їм дати відчути, що скоро хвороба закінчиться, вони повернуться до повноцінного життя. Але саме ці моменти, щоб вони не втрачали, а раділи життю. Фонд «Таблеточки» співпрацює з Ахмадетом 7 років. І подобні мероприятия організовують регулярно. Не тільки для маленьких пацієнтів, але й для батьків. Ми організовуємо волонтерів, які проводять заняття арт-терапії в відділеннях. І не тільки, кстати, в відділенні онкогематології, але й в відділенні токсикології на території Ахмадета. Наші волонтери приходять регулярно, по несколько раз в неделю проводят занятия с детками, с их мамами. И кроме того, мы стараемся регулярно устраивать праздники. Каждый месяц это день именинника для тех деток, которые родились в этом месяце. Тоже с аниматорами, с клоунами, с подарками. И раз в квартал мы проводим Дни красоты для мам и для девочек, которые лечатся в отделении. Организаторы надеются, что благодаря таким праздникам пациенты Ахмадета хотя бы на время забудут о своих болезнях и ненадолго вернутся в беззаботное детство. Ольга Теребинская, Ксения Барвиненко, Даниэль Косаков. Подробности телеканал Интер.